Последний день чемпионата России по пляжному футболу был самым интригующим за весь сезон. Только три команды – питерский «Кристалл», московский «Локомотив» и самарские «Крылья Советов» – попали в суперфинал. Две другие – московская «Динамо» и новосибирский «Джокер» – боролись за путевку в Сочи. Аутсайдеры – московское «Строгино», ЦСКА и подмосковный «Элмат» – боролись за места в суперлиге. Столичное дерби. Армейцы против «Динамо». Полицейские с первых секунд навязали сопернику свою игру. ЦСКА пришел в себя только в третьем периоде. Моментов на взятие ворот у армейской команды было хоть отбавляй, но итог 4-1 в пользу «Динамо». Мы на этот матч очень долго настраивались. Хорошо, что мы его выигрывали. Теперь будем надеяться, что «Локомотив» обыграет «Джокер», и мы попадем в суперфинал. Надежды прошлогоднего финалиста оправдались. Вторая команда чемпионата страны «Локомотив» подарил путевку полицейским в суперфинал. Третья команда сочинского плей-офф – самарские «Крылья Советов». На родном песке они завоевали 3 победы из 4 возможных. Для команды это очень большой успех на сегодняшний день. И это вот благодаря слаженной работе всего коллектива, тренера, административного штаба, игроков. Вот я благодарен им, что они не пропускали тренировки. Этот год у нас был показательный. Он был, скажем так, уже не прям профессиональный, но был очень близок к профессиональному. Любая медаль в суперфинале равноценна золотой, считает руководство «Крыльев Советов». В стыковых матчах самарский клуб сыграет с «Локомотивом» до 2 побед. И потом по той же схеме за чемпионский титул. В случае поражения – одна встреча за бронзовые медали чемпионата страны. Соперник определится в паре «Динамо-Кристалл». Сергей Кизоркин, Алексей Золотенков. События.